Приветствую всех! Сегодня у нас пройдет тестирование камер при искусственном дневном и ночном освещении. Прошу обратить внимание на дисклеймер. Приятного просмотра! CamSerie L. Угол обзора 110 градусов. В дневном режиме качество не выдающееся. В полной темноте яркость низкая. Рекомендуется установка на автомобили с яркими фонарями. CAM-1. Угол обзора около 120 градусов. Качество днем не лучшее. В ночное время чувствительность выше, чем в серии L. CAM-1FR. Большой угол обзора около 140 градусов, основной плюс. В ночное время чувствительность высокая. Качество выше предыдущих моделей. CAM-1J. Наша самая недорогая камера. Угол обзора 100 градусов, качество невысокое. В ночное время чувствительность низкая. CAM-2. Угол обзора 130 градусов, качество среднее. В ночное время чувствительность средняя, качество невысокое. CAM-2FR. Угол обзора – большой плюс камеры и составляет 140 градусов. Качество среднее. В ночном режиме чувствительность небольшая. CAM-2J. Недорогая камера с подсветкой. Угол обзора 110 градусов. Качество не выдающееся. В ночном режиме подсветка улучшает видимость на близком расстоянии. CAM-5HB. Угол обзора 120 градусов. Качество среднее. В ночном режиме чувствительность средняя. Подсветка заднего хода автомобиля не обязательна. CAM-5HBN. Угол обзора 140 градусов без эффекта рыбьего глаза. Качество хорошее. В ночном режиме чувствительность очень высокая. CAM-5HC. Камера со встроенным омывателем. Угол обзора 120 градусов. Качество невысокое. В ночном режиме чувствительность средняя. CAM-5HC-A-HD. Камера со встроенным омывателем. Угол обзора 120 градусов. Качество высокое. В ночном режиме чувствительность средняя. CAM-5VRF. Угол обзора 140 градусов с эффектом рыбьего глаза. Качество невысокое. В ночном режиме чувствительность ниже среднего. CAM-5R HD. Угол обзора 140 градусов без эффекта рыбьего глаза. Качество высокое. В ночном режиме чувствительность ниже среднего. Качество хорошее. CAM-6. Угол обзора 120 градусов. Качество не выдающееся. В ночном режиме чувствительность средняя. Качество ниже среднего. CAM-7HD. Угол обзора 120 градусов. Качество очень хорошее. В ночном режиме чувствительность высокая. Качество среднее. CAM-5. Угол обзора 110 градусов. Качество ниже среднего. В ночном режиме чувствительность высокая. Качество ниже среднего.